Всем доброго вечера. Сегодня собираю последние грибы, которые выросли у нас в палисаднике. Потому что с завтрашнего дня у нас идут уже заморозки. Вот такой урожай я собрала с куста, который вам сейчас покажу. Вот этот кустик. И здесь все грибочки в округе собрала. А это мы сейчас засыпем землей. Вот такой грибочек у нас. Смотрите, какая у него шикарная ножка. Шляпка немножко темновата, но потому что он немножко попал под мороз. Но еще вполне съедобный. Вот сюда его. Все остальные грибы тоже срезаю. Вот такая у него толстая ножка. И эти красавчики. Красота, правда? Да и эти пора срезать. Всегда в основном проблема состоит в том, как к ним подступиться. Вот какие грибочки. И эту малыши сюда же. Вот такой грибок. Прелесть. Зачищу немножко. И в таз. Вот такая шикарная семья. Вот такая. И с этой стороны красавцы. Ножки у этих грибов не жесткие. Никакой разницы между шляпкой и ножкой нет. Очень мягкая. И съедобное. Варить надо одновременно. Вот такие они красавцы. Ну, эти я оставлю. Эту семейку мне еще резать жалко. Я ее прикрою утросилом. И пусть она еще подрастет. Все грибы срезала. Теперь все засыплю землей. И будем ждать следующего года. А вот столько грибочков я срезала только что. Сейчас я их почищу, помою и буду мариновать. Вот такой он вкусный подарок от лесных птиц. Всем удачи и всего самого доброго. А птицам спасибо. Большое спасибо.